Значит, следующее упражнение называется танцорская елочка. Елочка назад. Разница от обычной елочки в том, что одиночники и парники делают елочку назад с ногами назад, а танцоры делают елочку с ногами вперед. Сейчас мы будем делать такую елочку. Значит, руки в стороны. По сути, от нас требуются руки назад. Выглядит она вот так.